В региональном центре развития образования обновили материально-техническую базу. Теперь окружные школы и детские сады станут полноценными участниками всех мероприятий, проводимых посредством видеоконференц-связи. Тему продолжит Александра Литкова. Различные обучающие курсы по предметам для педагогов и школьников, курсы ненецкого языка, методические семинары и вебинары по повышению квалификации, дистанционные курсы для обучающихся по подготовке государственной итоговой аттестации, а также к участию во всероссийских олимпиадах. Обновление оборудования для видеоконференц-связи позволит учащимся и педагогам окружных сел принимать в них непосредственное участие. Это очень удобно, когда мы можем, так сказать, собраться все вместе, да, не по телефону там как-то, да, обзванивать вот каждого индивидуально, а когда мы можем именно вживую пообщаться, задать какие-то вопросы друг другу, да, что-то прояснить, выяснить, между собой могут коллеги пообщаться, это очень удобно. Новая система видеоконференц-связи оснащена комплектом микрофонов, которые гарантируют четкий звук. А в программном обеспечении предлагается множество высокотехнологичных методов, таких как, например, обработка звука и автофокус. Еще одной из особенностей системы является возможность создания архива конференций, аудио и видеофайлов. И она имеет еще ряд преимуществ перед старым оборудованием тем, что мы можем с помощью дистанционного управления сделать предустановки. То есть это специальные программы, которые могут автоматически делать увеличение или уменьшение изображения. Также у данной системы улучшено такое качество, как шумоподавление, эхокомпенсация, такие качества эхокомпенсация, и данная система, у нее очень быстрый автофокус. Оборудование было приобретено в рамках проекта «Дистанционное образование» и позволит создать единую информационно-образовательную среду, посредством которой образовательные организации региона смогут поддерживать общение как с административным центром, так и друг с другом. На данное оборудование были выделены средства публичного акционерного общества «Лукойл» для приобретения новой видеоконференц-связи и EVC-150. Данная система представляет из себя комплекс аппаратных и программных средств для получения устойчивого изображения и хорошего звука. Проект «Дистанционное образование» реализуется в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Александра Литкова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».